Вас вітає телеканал Миколаїв в ефірі програма «Це вас хвилює» в студії я, Валерія Момот. Традиційно у цій порі ми запрошуємо вас до бесіди, присвяченій юридичним питанням. Саме сьогодні тема нашої бесіди – реформування безоплатної правової допомоги, процедура розлучення в Україні. Я нагадую вам, шановні телеглядачі, що якщо у вас є питання згідно нашої теми, ви можете звернутися для їх вирішення до нашої студії за телефоном 76 92 42. А за відповіддю ми звернулись до досвідчених експертів. Зустрічайте, будь ласка, у нас в студії сьогодні заступник начальника відділу представництва Пазурчик Вікторія Дмитрівна та головний спеціаліст відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами Іванюк Наталя Миколаївна, першого Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Вітаю вас. Здравствуйте. Пані Вікторія, назвіть, будь ласка, пріоритети реформування безоплатної правової допомоги. Безусловно, в Украине на данный момент осуществляется реформирование, и бесплатная правовая помощь наряду с этим, то есть она поддерживает это и осуществляет в своих приоритетных направлениях также реформирование. Первым приоритетом это является непосредственно предоставить правовую помощь клиенту, но наравне с этим усилить территориальные общины по грамотности юридической, непосредственно юридическими грамотности по праву. То есть это самое главное, потому что как бы изменяется, реформируется государство, и, соответственно, люди должны быть грамотны, жители сельской местности, малых городов, безусловно, обязательно. И также, то есть в Украине проводится, ну, реформирование проводится, это децентрализация, антикоррупционные реформы, реформы правосудия. То есть люди должны быть осведомлены, понимать непосредственно, что происходит, да, в Украине. И в связи с этим, действительно, вот с 1 сентября у нас начало по всей Украине работу бюро правовой помощи, более 400 по всей Украине начали свою работу. Вот. Также наряду с этим основным вторым приоритетом является создание эффективной системы управления непосредственно знаниями, юридическими знаниями, то есть их объединение, да, и, соответственно, повышение их качества. Это облачная технология, которая позволяет с помощью интернета сохранять непосредственно юридические информацию, консультации и обмениваться между центрами, между работниками, то есть между юристами, в соответствии поднимать спрос на юридическую помощь и, соответственно, поднимать квалификацию, да, поднимать грамотность непосредственно человечества. Так, тобто зміни у системі безоплатної правової допомоги не закінчуються з відкриттям бюро правової допомоги, так? Конечно, не заканчивается, это непосредственно идет, то есть не стоит на месте правовая помощь, как и все у нас, то есть непосредственно развивается. Также наряду с этим третьим приоритетом, тоже основным, это является децентрализация. То есть в Украине идет общая децентрализация, и здесь, то есть мы уходим от иерархии непосредственно, что прямого подчинения. Здесь идет непосредственно усиление территориальной общин. То есть территориальные общины, когда владеют определенными знаниями, они могут донести до человечества, до непосредственно до граждан Украины, и уже в таком порядке будет работать правовая помощь. Дякую. Пані Наталя, що за собою являють бюро правової допомоги та хто має право туди звернутись? Бюро правовой помощи – это всеукраинская сеть точек доступа к юридической помощи, а также активного распространения правовой информации, а также доступ к правовым консультациям на уровне территориальных общин. Обратиться в бюро правовой помощи имеют право все лица, которые находятся под юрисдикцией Украины. Это именно граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства. Так как Бюро правовой помощи являются структурными подразделениями местных центров по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи, то при обращении туда действуют те же самые принципы, что и при обращении в местное бюро, в местный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи. То есть каждое лицо может обратиться за первичной правовой помощью и получить бесплатную консультацию, а также составление документов непроцессуального характера бесплатно. За предоставлением бесплатной вторичной правовой помощи, то есть за представительством интересов в суде, а также за составлением документов процессуального характера, для этого необходимо лицам, которые имеют на это право, предоставить документы, которые подтверждают это, и принести их в бюро. Таким образом,
лица, граждане, которые находятся в отдаленных территориях, в селах, в районных центрах, с появлением бюро они уже не обязаны ехать в города, в центры. Они могут обратиться в бюро, принести туда документы, либо направить туда своих представителей по доверенности, и им будет предоставлена бесплатная вторичная правовая помощь. Так, дякую. Пані Вікторія, які основні задачі мають бюро правової допомоги? В першу чергу, це право свідчення, тобто право про свідчення. Непосередньо інформація в маси, правова інформація, юридична інформація, предоставлення первичних консультацій, також составлення заявлень непроцесуального характеру различних роду, може бути, це будуть жалоби, також це медіація в несудебному порядку, розрішення питань путем переговорів, і непосередньо обеспечення доступу до вторичної правової помощи, то есть разъяснить людям. И, то бишь, вторичная правовая помощь – это у нас защита в суде, представительство интересов в суде и также перед другими лицами, органами местного самоуправления и составление документов процессуального характера. Также задача бюро – это обеспечить доступ к электронным сервисам Министерства юстиции. То есть бюро – это обособленное подразделение, и каждый гражданин, который обратился в бюро, гражданин, опять же, человек, который находится на территории Украины, если ему необходимо разъяснение законодательства, обращается в центр, ему предусмотрена консультация, то есть ему положено, он может обратиться, получить ее. Определенная категория получает вторичную правовую помощь, то есть непосредственно адвоката или юриста для разрешения его юридических вопросов. И непосредственно использование, обеспечение пользы этих электронными сервисами Министерства юстиции пользоваться можно. Тоже обращайтесь к нам. Так, дякую. Пані Наталя, поясніть напрями діяльності бюро правової допомоги. Деятельность бюро правовой помощи прежде всего будет направлена на способствование повышения правовой грамотности населения территориальных общин. Также в основные направления деятельности входит предоставление юридических консультаций, то есть использование юридических консультаций на уровне территориальных общин будет способствовать созданию у лиц выработки практики применения правовых инструментов при урегулировании жизненно важных вопросов, которые у них возникают. Это приходит на смену, которая, к сожалению, сложилась сейчас в Украине, практика коррупционных механизмов решения урегулирования вопросов. Также это будет способствовать урегулированию гражданских и административных судебных споров в несудебном порядке, то есть путем переговоров и решения вопросов с помощью медиации. Также это будет способствовать уменьшению рисков ограничения доступа к правовой защите и правосудию социально незащищенных слоев населения, что может возникнуть в результате введения исключительного права адвокатов на представительство. А также это может случиться из-за того, что в сельских местностях, в селах все-таки недостаточное количество адвокатов существует на данное время. Также это будет способствовать взаимодействию территориальных общин и органов местного самоуправления, которые были выбраны именно территориальными общинами. Также это будет способствовать уменьшению домашнего насилия, насилия в семье, то есть дискриминации. И также это способствует предупреждению преступности несовершеннолетних в первую очередь. Так, дякую. Я нагадую вам, шановні телеглядачі, що ми працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас є питання згідно нашої теми, ви можете звернутися за відповіддю на них до нашої студії за телефоном 76-92-42. Ми повертаємось до нашої теми сьогоднішньої. Пані Вікторія, розкажіть, будь ласка, про процедуру розлучення в Україні, яким чином відбувається. Здесь стоит отметить, что непосредственно у нас государство способствует укреплению семьи, всячески оберегает непосредственно ячейку общества и также способствует обеспечению воспитания каждому ребенку непосредственно в семье, то есть семейного воспитания. Поэтому расторжение брака, если уже говорить про процедуру, то существенно это зависит от непосредственно наличия ребенка в семье. Это имеет значение непосредственно для самого процесса развода. Вот. Что можно добавить, что наличие детей также усложняет процесс развода. Именно вот украинским законодательством предусмотрено, что это в обязательном порядке судебное будет дело. То есть если это согласно
если не против, то есть два супруга не согласны развестись, они обращаются в органы ЗАГСа, РАГСа, вот, с паспортами, пишут заявление, первая половинка заявления заполняется одним супругом, другая другим, вот, и им дается месяц на примирение, то есть это не сразу процедура, не сразу пришел и вас развели. В течение месяца, то есть проходит месячный срок, в дальнейшем они прибывают вновь, и уже непосредственно проходит расторжение брака. Вот, и процедура расторжения брака заканчивается получением свидетельства о расторжении брака. Вторая процедура, то есть осложнения какие могут быть, если оба согласны, оба не против, но какой-то из супругов не может по какой-то причине, уважительной или какой-либо, обратиться непосредственно, прийти в органы ЗАГСа и написать это заявление. В таком случае обращается один из супругов, берет заявление, второй из супругов заполняет его, необходима подпись второго супруга, который не сможет явиться, заверить нотариально. И в таком случае второй из супругов возвращается в ЗАГС, нехитрую процедуру, заполняет вторую часть заявления, вот, и оставляет в течение месяца, будет назначена дата, и уже в ту дату обязательно должен прийти второй из супругов. А якщо він знаходиться не в країні, наприклад? Ну, тоді це можливо відсрочити, це може бути позже, але в течение року, після того, як було написано заявлення на розтарження брака, повинно пройти розтарження брака. Так, дякую. Пані Наталя, що робити, якщо один з подружжя заздалегідь усвідомлює, що не зможе з'явитися у РАЦІ? Ми тільки що це вияснили, так, у пані Вікторії. Що робити, якщо дитина, чи може вона вирішувати, з ким вона з батьків хоче залишитись? Таке питання. В судебном порядке при расторжении брака суд может учитывать мнение ребенка, особенно если... Из какого века, так что скажите? Ну, скажем так, я сначала объясню, что до 14-летнего возраста лица считаются малолетними, с 14-летнего по 18-летний возраст являются несовершеннолетними. Мнение учитывается в любом возрасте, то есть когда ребенок уже в состоянии говорить, это 2-3 годика, его могут спросить мнение. Но мы также знаем, что дети, они очень сильно внушаемые, поэтому мнение детей не является основополагающим при принятии судебного решения о определении места жительства ребенка с кем-либо из супругов. Поэтому оно как бы учитывается, но не является основополагающим. Суд учитывает другие моменты. Это, во-первых, акт обследования жилой площади. Если, к примеру, ребенок проживает с матерью, достаточным образом ли она за ним ухаживает, может ли она оставаться у него. Либо суд может определить место жительства так же самое наравне с отцом, потому что по семейному законодательству Украины ребенок малолетний, так и несовершеннолетний может пребывать как и с матерью, так и с отцом. И оба родители имеют в равной степени права и обязанности по уходу за ребенком. Так, дякую. Пані Вікторія, а якщо один із подружжя не надає свою згоду на розлучення, як в цьому плані діяти? Так, ми з вами розглянули два основних моменти по поводу того, якщо вони оба согласні. Якщо вони не согласні, вірніше, хтось із супругів не согласен, в такому випадку це у нас має місце спор. Споры у нас решаются в судебном порядке, то есть в этом случае пишется исковое заявление на расторжение брака, подается в суд. Обязательным здесь додатком, то есть приложением к исковому заявлению, это оригинал свидетельства о браке. Потому что очень часто бывает так, что один непосредственно оригинал находится у второго из супругов, у одного из супругов нет только копия или вообще нет. В таком случае обращаетесь в органы ЗАГСа и получаете дубликат, потому что в суд предъявляется оригинал. Это важно. Это обязательно, вот, потому что очень часто встречаемся с такими нюансами. Так, дякую. Нагадую вам, шановні телеглядачі, ми працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас є питання згідно нашої теми, звертайтесь до студії за телефоном 76-92-42. Пані Наталі, при наявності спільних дітей за розлученням теж необхідно звертатися до суду? Да, в любом случае при наличии несовершеннолетних детей у супругов обращаться надо за разводом только в суд. Для этого необходимо составить исковое заявление. В исковом заявлении необходимо указать достаточные причины для развода. Далее, не ранее, чем через месяц, назначается судебное заседание. О начале, дате, времени и месте проведения судебного заседания супругов суд оповещает заранее, то есть направляет повестки.
В случае, если один из супругов не имеет возможности явиться в судебное заседание, либо если он не явился на судебное заседание и у суда не имеется информации, что он был оповещен должным образом о начале судебного заседания, в таком случае судебное заседание переносится на другую дату. В противном случае судебное заседание слушается без истца либо ответчика, смотря кто отсутствует. Но также существует более упрощенная процедура развода. Это когда истец и ответчик не являются в судебное заседание, но они предоставляют заявление в суд о том, что они не против иска, либо поддерживают исковые заявления, но по каким-либо причинам не могут явиться в судебное заседание. В таких случаях суд выносит заочное решение, о чем оповещает также само заявивших супругов. Также во время судебного заседания один из супругов может заявить ходатайство о предоставлении срока для примирения. А суд, уже учитывая того, будет ли это способствовать интересам ребенка, не противоречит ли это интересам ребенка, либо другого супруга, и он уже удовлетворяет его, либо отказывает в удовлетворении ходатайства. Таким образом, суд выносит решение. А в течение 10 дней, как мы знаем, мы можем подавать апелляционные жалобы на решение суда. Если в течение 10 дней никто не подал апелляцию, тогда решение суда вступает в законную силу. Решение суда о расторжении брака является единственным и достаточным документом. Получив его, бывшие супруги должны обратиться в РАГС для того, чтобы им в паспорте был поставлен штамп о разводе. И в этом случае свидетельство о расторжении брака уже не требуется. То есть решение суда будет достаточно для того, чтобы как бы изменить гражданское состояние. Так, дякую. А какие особенности разлучения в Украине? Да, в Украине существуют некоторые особенности разводов. Например, иск о расторжении брака или заявление о расторжении брака нельзя предъявить в случае, если супруга является беременной, либо в течение года после рождения ребенка. Только в случае, если это возможно, то есть этот иск можно предъявить, если один из супругов действовал противоправно по отношению к супругу супруге либо к ребенку. Также исключением является, если отцовство было принято в пользу другого отца, то есть в судебном порядке определили отцовство другого лица, либо из актовой записи о рождении ребенка муж был исключен. То есть в таких случаях возможно подать заявление иск о расторжении брака. Существует также такая процедура, как установление режима отдельного проживания супругов. То есть супруги, они считаются, как бы пребывают в браке, и никто их не лишает прав либо обязанностей по семейному кодексу, либо по брачному контракту, то есть они обязаны все это исполнять, но существует таких два нюанса. Во-первых, имущество, которое будет приобретено данными супруги в режиме отдельного проживания, будет считаться имуществом, приобретенным только одним из супругов, то есть не общим. В результате деления, то есть оно останется тем супругом, который приобрел это имущество. А также, если жена родит ребенка по истечении 10 месяцев с дня принятия судом решения о принятии режима раздельного проживания, то этот ребенок не будет считаться ребенком мужа. Также существуют такие некоторые моменты. Допустим, при разводе один из супругов, который брал фамилию супруга своего при браке, может оставить в дальнейшем пользоваться этой фамилией, либо по решению суда изменить эту фамилию на ту, которая была у него до брака. Также по заявлению заинтересованного лица суд может рассмотреть дело и признать фиктивным решение суда о расторжении брака. То есть, если в судебном заседании будет доказано, что мужчина и женщина после расторжения брака продолжили жить вместе, как муж и жена. То есть, их целью не было как бы приостановление отношений. Так. Такие ситуации тоже бывают. Дякую. Пані Вікторія, до якого суду саме необхідно звертатися, щоб подати позовну заяву, та які витрати понесуть сторони процесу?
Это тоже такой наболевший интересный вопрос, да, то есть у нас непосредственно по гражданско-процессуальному законодательству предусмотрена основная подсудность, это по местонахождению ответчика. То есть здесь, внимание, мы должны знать адрес ответчика. Если супруги проживали вместе, то есть можно записать адресом ответчика непосредственно, если они зарегистрированы и проживали вместе, адрес, потому что будут приходить повестки непосредственно на этот адрес. Если, правда, существует, как сказать, обстоятельства, которые можно применить альтернативную подсудность. Это может быть несовершеннолетние дети, малолетние дети. И если по состоянию здоровья один из супругов не может прибыть, если этот далеко находится. Вот. По судебному сбору на данный момент ставка судебного сбора для расторжения брака – это 551 гривна 20 копеек. Вот. С 1 января 2017 года будет подниматься уровень прожиточного минимума, минимальной заработной платы, соответственно, будут пересматриваться ставки. То есть на данный момент до конца года это 551,20. Также хочу отметить, что, возможно, в исковом заявлении мы, когда пишем требования, когда просим суд расторгнуть брак, мы можем указать, чтобы возместить судебный сбор соответчика либо в полном объеме, либо иногда частями, то есть 50 на 50 судья удовлетворяет исковые требования и непосредственно в таком происходит у нас расторжение брака. Вот. Ну и, в принципе, хотелось бы еще добавить по поводу расторжения брака, что ребенок... Сейчас, прошу прощения. Непосредственно в исковом заявлении, если мы предоставляем обязательно оригинал свидетельства о браке, также свидетельство о рождении детей. То есть это обязательно надо указывать в исковом заявлении, если у нас расторжение брака при наличии детей. Обязательно. Дякую. Пані Наталя, куди необхідно звертатися для отримання безоплатної правової допомоги? Для получения бесплатной правовой помощи обращайтесь в первый местный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи по адресу: город Николаев, улица Образцовая, 4А/2. Наши телефоны 4720, 4720, 91. Также при необходимости обращайтесь в бюро правовой помощи. Они находятся по таким адресам: город Очаков, улица Торговая, 44. Код города 05-154, телефон 252-37, Березанский район, улица Центральная, 41, код района 05-135, телефон 211-46, Ольшанский район, улица Очаковская, 142, 0512, код города Николаева, 48-00-17. А также Новоодесский район, улица Ленина, 179, код района 05-167, телефон 2-15-51. Ну що ж, я дякую, що ви завітали сьогодні до нашої студії. Я нагадую вам, шановні телеглядачі, що це була програма «Це вас хвилює». І сьогодні у нас в гостях були експерти досвідчені, заступник начальника відділу представництва Пазурчик Вікторія Дмитрівна та головний спеціаліст відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами Іванюк Наталя Миколаївна, першого Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Я Валерія Момот, прощаюся з вами, до нових зустрічей!